Здравствуйте! Сейчас у нас очередной небольшой обзор товара с AliExpress. На этот раз это вот таких вот две коробочки, а внутри находятся новые датчики освещенности от компании Xiaomi, Xiaomi Mi J. Они поддерживают протокол Zigbee 3.0, поэтому будут работать только с новым шлюзом, вот таким вот Mi J Multimode GTV 3. Давайте смотреть, что внутри. Внутри инструкция, полностью на китайском. Вот основные параметры указаны. Модель, протокол Zigbee 3.0, аккумулятор внутри CR2450, диапазон рабочих температур минус 10, плюс 50 градусов Цельсия. Диапазон измерения уровня освещенности от 0 до 83 тысяч люкс. Вот по размеру, если сравнить с датчиком температуры и влажности от Акара. Ну, примерно одинаковые габариты. Посмотрим размеры. Они очень маленькие датчики. Вот такие вот водонепроницаемые, как я понимаю. В диаметре ровно 40 мм. Максимальная высота 12,5 мм. Вот откроем, посмотрим, что там. Оп, вот так он открывается. Внутри аккумулятор от Panasonic CR2450 на 3 вольта. А также здесь два магнитика таких установлены. Сильных довольно магнита. Такая толстенькая батарейка. Здесь контакты, там видна плата. Так, ставим на место. Для подключения кнопка есть. Ну и трем скотч. Так что данные датчики освещенности можно крепить как к металлической поверхности, например, на холодильник, так и на 3М-скотч двухсторонний. Давайте попробуем подключить к Mi Home и посмотреть, что умеют данные датчики. Заходим в приложение Mi Home, выбираем либо мультифункциональный контроллер и жмем в раздел «Дочерние устройства», жмем «плюсик». Здесь в списке датчик освещенности Mi выбираем. Дальше, чтобы подключить, зажимаем кнопочку, пока синий индикатор мигнет 3 раза. Вот шлюз запищал, устройство успешно добавлено. Выбираем расположение, гостиная, начало работы. Ну вот, собственно, что умеет датчик. Так это показывать уровень освещенности 2193 люкс. Посмотрим на инерционность, через сколько он показания изменит при изменении обстановки. Наступила ночь. Секунд 6 в общем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4, 5, 6. В общем, 6-10 секунд, и он понимает, какая сейчас цветовая обстановка. Заходим в настройки. Чего интересного, кроме раздела автоматизация? Выбираем датчик освещенности. Какие есть события у нас? Ночь от 0 до 30 люкс. День от 31 до 100 люкс. Освещение внутри помещения от 100 на 1 до 300 люкс. Освещение внутри помещения от 300 на 1 до 600 люкс. Яркость выше заданной, яркость ниже заданной. Можно указывать конкретно значение освещенности в люкс, которое нам требуется. Типа того, заведем одно событие. Допустим, наступила ночь. Затем можно что-то включить, какой-то сценарий. Допустим, лампочку умную включить от Акара. Отправить уведомление на устройство. Окей. Эффективный период весь день. Смотрим. Наступила ночь. Вот пришло уведомление. Гостиная ночь. Автоматизация работает. Данный датчик освещенности может быть полезен
для выполнения сценария в зависимости от уровня освещенности. День, ночь, например, для умных штор удобно будет, для умных лампочек, розеток. Также его можно использовать для точной настройки датчика движения. Например, чтобы сработало событие одновременно, ночь и датчик движения, допустим, обнаружено движение. То есть это будет двойное событие, когда заданное уровень освещенности выполнится и датчик движения обнаружит движение, тогда включить свет, например, в прихожей. Можно настроить конкретные значения освещенности. Вот такой вот небольшой обзор. Если интересно, ставим лайки, подписываемся на канал обязательно. Спасибо за просмотр. Пока.